Пути возобновления конструктивных отношений между Россией и Европой стали главной темой потсдамских встреч. Нынешний, уже ставший традиционным, германо-российский форум состоялся в Москве. В его работе приняли участие известные политики и эксперты из двух стран. На встрече говорили о необходимости налаживания эффективного диалога. В связи с этим вспомнили конференцию в Хельсинки, на которой ровно 40 лет назад была заложена модель безопасности и сотрудничества внутри континента. Прозвучали мнения о необходимости повторения подобного опыта. Нам на Западе надо начинать с самих себя, найти то, что было сделано неправильно, выработать уважение к действиям другой стороны, уважать то, что есть другая история, традиции, менталитет. Только из этого может возникнуть взаимная дискуссия, только так могут возникнуть отношения равноправных партнеров. Необходима работа, как ее назвать, это уже вопрос скорее лирический, литературный, работа по возвращению европейской политики, европейского бытия к ситуации управляемой и сбалансированной. То, что было утрачено в значительной степени по мере развития событий после холодной войны.